В нашей клинике основной упор делается при лечении, да, и мы считаем это правильным. Это тесное взаимодействие врачей различных специальностей для, собственно говоря, что достижения окончательного положительного результата при лечении. Но в этом случае очень важно взаимодействие врачей разных специальностей, то есть консилиумный подход к диагностике и к ведению пациента. Для этого клиника имеет, значит, штат, персонал, да, врачебный, который достаточно высокого уровня квалификации, плюс обеспечение как современным оборудованием, так и современными материалами. И еще раз повторяюсь, основной подход идет к комплексному лечению пациента. То есть не ограничиваться той локальной проблемой, скажем, для себя даже поставил порой пациент в силу того, что он не всегда понимает сложность своего состояния. И наша задача поставить точный диагноз и, еще раз повторяюсь, комплексно провести. Я занимаюсь в клинике ортопедическим лечением и имплантацией. И вот как раз неким таким сочетанным ведением пациента, когда требуется особенно предварительная подготовка к финальному, скажем так, лечению, к протезированию. Это касаемо костной пластики. Значит, операции любой сложности костной пластики в нашей клинике выполняются по современным методикам и с применением даже тоже пьезохирургии, что на сегодняшний день, то есть является, как скажем, показателем определенного достаточно высокого уровня и грамотного подхода к лечению. Приходите к нам на лечение, всегда готовы оказать своевременную, правильную и хорошо прогнозируемую в результате помощь.